Ребята, всем привет! Сегодня у меня для вас есть захватывающие новости. Юнона и Диана вовсю заняты съемками нового сериала. Предстоящий сезон обещает быть более увлекательным и насыщенным, чем предыдущий, благодаря множеству изменений в команде и новым участникам. Многие интересуются, будет ли Смайл и Кирилл и другие ребята в сериале. Возможно, их не будет, поскольку они остались в Испании, так и сейчас ехать в Украину для них не лучший вариант. Недавно Юнона объявила о поиске новых молодых актеров для съемок. Из-за того, что много мальчиков осталось за границей, состав актеров будет практически полностью обновлен. Юнона также сообщила, что не планирует переезжать в Украину навсегда. Она скоро вернется в Испанию, где остался ее муж Анатолий. Кстати, в прошлом видео многие писали, что они расстались. Это неправда. Юнона просто приехала в Украину временно, чтобы отснять сериал. И в то время, как ее муж остался в Испании. Жить в Украине сейчас сложно из-за нестабильной обстановки, поделилась Юнона. Ребятушки, а нам уже скоро нужно будет уезжать, уже последние денечки в Украине. Уезжать, конечно же, не хочется. Вот. Хотелось бы здесь жить всей семьей нашей, как раньше. Но нужно уезжать, потому что теперь здесь небезопасно. Вот сегодня ночью была полная жопа, просто задница. Русские ракеты расфигачили людям снова дома. Короче, 58 раненых. Ты не знаешь, ну, ты ложишься спать, и ты не знаешь, ты проснешься или не проснешься. Короче, тупо рулетка. Очень стрёмно. Вот. Ну и просто скучаю уже с Даной. Мы с ней так надолго еще не расставались. Так что, ребятушки, скоро придется ехать в другой свой дом, который тоже уже стал родным. Вот. Но надеюсь, что в Украину мы еще вернемся. Вернемся навсегда. Ребята, мы, короче, с Дианой в своем любимом сельпо, в котором мы всегда скуплялись. Короче, наполняем, как говорится, продуктовую корзинку. Соскучились за украинскими продуктами. Короче, самый классный магазин продуктовый. Ностальгия. Поэтому Юнона собирается вернуться домой в Испанию, который также считает своим вторым домом. Неясно, как будут проходить съемки без Юноны, поскольку она руководит всем этим процессом. Тем не менее, новый сезон обещает быть очень интересным и интригующим. Так что, ребята, ставьте лайки, если вам понравились новости. Также здесь очень много классных новостей, так что подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорой встречи в новом видео. Всем пока-пока!